Отопление ямы. Тут труба заходит. Здесь у меня вход еще один дополнительный. Все, здесь у нас горячий воздух наверху сюда стоит. Плюс здесь печка рядом. Отопление. 40 градусов еще. Ну, там как бы прогоревшее уже такое все, но температура еще держит. Вот у меня здесь 4 батареи. Такие вот. Такая яма. Вот. Заходит подающая труба. Замерял термометром. До 50 градусов температура воздуха подающей трубы. В общем, зимой будет в яме тепло, хорошо. Такая вытяжка. Вытяжка обычная, кухонная, просто спиленная. У нее весь корпус. И вот как бы такая вот часть я с ней оставил. И вот так вот повесил. Вот так вот. А это вот регулятор от вытяжки. Можно сделать посильнее. Можно включить на максималке. Соответственно, сильнее там начинает дуть в трубу. Можно просто выключить. Все четко.